Начнем. Первый выстрел в тесте на мощность и точность. Открывает наше испытание Александр Пустов. И он стреляет из ружья Wild Pro 50 с дистанции 1.5 метра. Гарпун прилетает в нижнюю семерку, то есть на 4 сантиметра ниже центра мишени. И с такой маленькой дистанции легко пробивает мишень на вылет. Мы решаем, что нет смысла замерять рулеткой дистанцию вылета из мишени, когда гарпун пробивает ее насквозь. Второй выстрел из Wild Pro от Саши Пустова уже с дистанции 2 метра. Как ни забавно, с увеличением дистанции увеличивается точность. Теперь восьмерка на 2 сантиметра выше центра мишени. Получилось 16 сантиметров. И третий выстрел из ружья Wild Pro с дистанции уже 2,5 метра. И еще одна восьмерка. Wild Pro радует своей кучностью. Ну а пробитие с этой дистанции составляет 7 сантиметров.